Синоптики снова обещают нам дождливую погоду. Сбудутся ли их прогнозы, узнаем совсем скоро. 18 мая в Сарове утром плюс 17, днем воздух прогреется до 26 градусов тепла. Ночью плюс 15, ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде в течение дня ожидается небольшой дождь. Утром плюс 18, днем столбики термометров поднимутся до плюс 26, ночью плюс 16, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В столице также велика вероятность осадков. Утром плюс 15, днем до 24 градусов тепла, ночью плюс 13, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.